Сегодня в исполкоме регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Новая школа» состоялось общественное обсуждение вопросов дополнения, корректировки национальных проектов «Образование и демография». Также состоялась презентация проекта «Киноуроки в школах России». Подробности у Мурата Джанкезова. Открывая встречу, председатель Комитета парламента Республики Алексей Ганшин рассказал собравшимся о наиболее актуальных событиях в сфере образования и как партийный проект «Новая школа» помогает в их реализации. У нас национальные проекты пересекаются с федеральными проектами, и в нашей республике они очень успешно воплощаются. И я думаю, что такие совещания дают возможности нам услышать друг друга и подумать, как нам совместно улучшить эту работу. На совещании отметили, что партийная роль не ограничивается только контролирующей функцией. Основная задача – это повышать эффективность реализации проектов. И именно в этих целях за депутатами как районного, так и республиканского уровня закреплен тот или иной строящийся объект. ЦИК партии принял решение о закреплении застроящимися объектами, как дошкольными школами, депутатов всех уровней, депутатов Народного собрания парламента нашей республики, а также районных депутатов и депутатов сельских поселений. Для чего? Для оказания содействия, не для контроля, а для оказания содействия в тех вопросах, касающихся там, выделения земельных участков своевременно и оказания содействия в завершении в установленные сроки. В настоящее время в республике создается единство в системе образования, куда включаются и партийные проекты, которые рассматриваются как стратегические и национальные. Участники заседания уделили большое внимание теме строительства школ и детских садов. В частности, речь шла о необходимости реконструкции инженерных сетей, подводящей инфраструктуры объектов дошкольного образования, построенных в середине прошлого века. Вторая тема встречи – реализация нацпроекта «Демография». И в этой сфере в республике сделано немало, и работа продолжается. В рамках демографии национальной программы осуществляется в текущем году осуществляется строительство детских садов в 5 муниципальных образованиях Карачао-Черкесской республики и в 7 объектов в городе Черкесске. Также в этом году мы приступим к строительству садика на 80 мест в городе Усть-Джегута. «Единая Россия» запустила партийный проект под говорящим названием «Киноуроки в школах России». По мнению единороссов, это оптимальная форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачи воспитания подрастающего поколения. Короткометражные телефильмы будут производиться на территории республики. Мурат Чингюзов, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.